Семья объединяет спокойствие, поддержкой, добротой. Разъединение разъединяется. А, Андрей Андреевич, каким образом можно семью объединить? И что такое у нас происходит, что мы все время ругаемся? Всегда необходимо помнить. Семья объединяется в случае, если есть спокойство, поддержка и доброта. В случае, если ребенок к вам приехал, и он может запросто лежать, ничего не делать, чувствовать, что это его защищает, то он будет в дальнейшем и помогать, и приезжать, и думать о том, как вы живете. Но в случае, если ребенок приехал, и у него будет там огромное количество работы, много претензий, требований, напряжения, обиды, то в дальнейшем такой ребенок не захочет к вам приезжать, потому что ему будет одному лучше. Именно поэтому я всегда советую, пусть в семьях будет ощущение такое, что это для человека крепость, чтобы люди всегда хотели приехать в такие семьи.